В Уральске состоялся международный турнир по карате. В мероприятии приняли участие свыше 700 спортсменов как из Казахстана, так и из соседних стран. Соревнования посвятили памяти героя Советского Союза Маншук Маметовой. На международный турнир по карате в Уральск съехались спортсмены из 11 регионов Казахстана и соседних стран – Узбекистана и России. В общей сложности турнир собрал порядка 700 участников. У многих из них за плечами уже ряд побед. Они являются бронзовыми и серебряными призерами соревнований. Подряд. И снова стала чемпионкой Алжир Хобан. Занимаюсь 6 лет. Всех призываю заниматься спортом. В целом, сегодня карате развивается довольно интенсивно. В Западно-Казахстанской области этим видом спорта занимается порядка 3000 человек. Работают 24 тренера. На сегодня в области воспитаны много достойных спортсменов, которые борются за право на участие в главном форуме спортсменов. Среди них чемпион мира Арсен Кулов, призеры чемпионата мира Дархан Темралиев, Нурислам Кайргали, Натали Касикова, Нуркен Хамидулла, Арина Якубина, чемпион Азии Мирверт Бурабай, призер чемпионата Азии Данил Титов. Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области турнир по карате проводится уже не впервые. С каждым годом мероприятие привлекает все больше участников. Марина Горбук, Нуруан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК-42.